развить эту мысль. Прежде чем, так сказать, что-то запрещать, вот, нужно понимать, какое будет противодействие этому. Если, так сказать, просто брать и запрещать, вы никогда не добьетесь никакого результата. Потому что, ну, для того, чтобы народ переключился, так сказать, с одного на другое, ну, нужен какой-то воспитательный процесс внутри народа. Вот, вы знаете, если человеку нечем заняться, если он не хочет пойти в кинотеатр, если он не хочет пойти с семьей там, в зоопарк, еще куда-то, если у него на уме вот только проституция, все эти дела, ну, конечно же, запрещать ему, ну, это бесполезно. То же самое, как запрещать человеку пить, да, если у него нет никакой-то альтернативы. Прежде чем что-то запретить, нужно человеку предложить альтернативу. Ну, вот. Вот. Поэтому, мне кажется, наступать нужно по всем фронтам. То есть, с одной стороны, конечно, так сказать, все это дело взять под государственный контроль, чтобы это не разрасталось, знаете ли, так совершенно бесконтрольно. Вот. Во-вторых, нужно предложить обществу альтернативу, чтобы ему было интересно заниматься какими-то вещами, куда было тратить время и куда было тратить деньги. Вот. Укреплять институт семьи, который в наше время просто, мне кажется, уже... Я смотрю, молодые девчонки, они даже и не хотят уже замуж выходить. А говорят, а зачем у нас тут, мы лучше будем заниматься карьерой, там какие-то мужчины нам будут помогать, мы будем с ними набираться какого-то опыта, и так перекантуемся до какого-то возраста, а потом для себя родим ребенка. И вообще ужас, да? Но вот многие сейчас стали так рассуждать. То есть институт брака тоже стал разваливаться. А вот чтобы можно было так с семьей сходить на выходных там, какое-то место, съездить куда-то на отдых. Вот эти вещи, если государство будет поддерживать, пропагандировать, об этом снимать фильмы. Вы знаете, если 10 лет смотреть по телевизору, как бандиты стреляют друг друга, а проститутки, так сказать, ходят в главных героях туда-сюда, ну, понятное дело, что это будет разрастаться. Вот. Поэтому начинать нужно по всем направлениям. Вот. И запретительными, одной запретительной меры здесь не обойдешься.